утро, ребята. Сегодня Соня в розовом. Если кофту верхнюю снять, то мы прям такие розовые, прирозовые. Да, Дать? Зайка, я красивая. Зайка, говоришь, ты красивая? Да. Я продолжаю болеть. Ну, как-то так непонятно. Вот в тот раз тоже так болела. То вроде нормально себя чувствую, то прям вот очень никак. То опять нормально, как будто ничего и не бывало. Это странно. Раньше, ну, заболеваешь, то все там, ну, на 3 дня минимум ты ложишься пластом, начинает температура и все сопровождающее. Везу Соню, надо ехать в Эркштадт. Я не соображаю, слишком рано, хотя время полдесятого. Ну, где машины ремонтируют, мне надо масло поменять. Мне надо посмотреть, какую-то у меня ошибку тут выдает, по-моему, что-то вот где ремень. Не сам ремень, а вот эта часть, откуда она вылезает. Что-то надо там проверить. Ой, ребят, все, сделали мне машину, ну как машину, масло мне поменяли. А ошибку, которая меня выдает, не там, а снизу, вот здесь, где я пристегиваюсь. Короче, эту штуку типа надо поменять. Вот. Ну, вроде держит, не знаю. Еле высиделась, я так неважно чувствую. И одно дело, когда ты лежишь в кроватке, тут вроде тоже ничего не делаешь, но сидишь, мне было холодно. Но я успела смонтировать влог. Я взяла с собой компьютер, я всегда, когда к ним езжу, если что-то с машинами, беру с собой компьютер и монтирую. Первый раз, когда я к ним приехала, я не взяла, как я пожалела. Я вообще не знала, чем там заняться. Это обычно, ну, часа 2 длится. Еле высиделась, я так неважно чувствую. И одно дело, когда ты лежишь в кроватке, тут вроде тоже ничего не делаешь, но сидишь, мне было холодно. Но я успела смонтировать влог. Я взяла с собой компьютер, я всегда, когда к ним езжу, если что-то с машинами, беру с собой компьютер и монтирую. Первый раз, когда я к ним приехала, я не взяла, как я пожалела. Я вообще не знала, чем там заняться. Это обычно, ну, часа 2 длится. Вообще-то у них должно было быть это масло, потому что я сделала термин, но его не было, пока он заказал, пока поехал, привез, да, это уже час прошел. Масло-то менять, что там, у нас, в принципе, есть сервисы, где подъезжаешь, где в порядке живой очереди сразу меняют, и ты уезжаешь, даже с машины выходить не надо, но я хотела вот еще из-за этих ошибок знать, поэтому поехала к ним. Ладно, еду домой. Может быть, в магазин еще заскочу, хочется чего-то вкусного, вот прям вкусного-вкусного хочется, чем-то себя побаловать. Я решила все-таки сейчас заехать в это французское, взяла себе вот такие два из безе. Пирожных. Очень-очень вкусный. Нежный-принежный. Вот просто нежнятина. Какой-то вот безе с кремом оно. Я не знаю, как они это сделали, но очень вкусно. И вот такие булочки. Одну. Просто обычную. И... Уф. Не могу даже распрямиться. У меня так болит живот. Я все, я сегодня я умираю. У меня месячные. Но у меня никогда... При этом не болит, ну, редко бывает, редко, но так, знаете, немножко как вот, как ощущается, немножко как схватки на начальной стадии, честно говоря. И вот сейчас тоже такие схватки, только тоже на начальной стадии, но который не отпускает. Вот оно схватило, не сильно, но схватило и не отпускает. И еще вот эта вот общая слабость, если я тут заварила... Аспиринчик, может быть, посплю. С другой стороны, так жалко спать, когда ты одна дома. Можно помонтировать или почитать. Может, почитать, просто расслабиться. Тогда точно усну. Взяла себе, сделала грелку. Очень, это Соня я покупала. Хотя для Сони ни разу не понадобилось. А вот для меня второй раз. Ой, хорошо, на животик. Я открыла себе балкон. Тоже классно. У меня просто не могла открывать балкон какое-то время, пока тут вещи лежали.
И так хорошо. Мне теперь не хочется уходить в зал и никуда, потому что у меня тут новое постельное белье, свежий воздух и порядок. Ой, как хорошо. Господи, как хорошо. Сил нет ни на что, кроме как полежать. Прям реально даже кайф, что нет сил, потому что как бы совесть не мучает, что лежишь, валяешься. Отменила свой термин завтра к врачу. Мне должен был к врачу, к зубному. Потом мне еще должен быть термин. Его тоже надо отменить. Не хочу никого заразить. Ну и в таком состоянии все равно не смогу, поэтому... Я поспала, не знаю, минут 20. Мне уже пора ехать за Соней. Болеть с ребенком вообще не по кайфу. Когда ты сам болеешь, лег себе и лежишь. И вообще пофиг. Реально вообще пофиг. Ну, болеешь и болеешь. Болит у тебя голова и болит. Подумаешь, болит голова, отдыхаешь, спишь. Чуть прошла, лежишь, смотришь фильм. Опять заболел, опять спишь. А с ребенком так не очень. Папа, Люда. Опа. Забрала мою булочку. Чуть мне не проходит голова. Как так? Таблетка не помогает. Давай, дочь, залезай. Давай зайца подержи. Угу. Ребят, я поспала. Просто нет сил. Я включила Соне мультики. Она, правда, все равно туда-сюда бегает. Домик просила построить. И я так сплю. Но я вырубает меня моментально. Потом резко детские крики, да, ну, над ухом. Мама, построй домик. Я такая, а что? Не могу, сил нет. Сейчас буду ее укладывать. И вместе с ней лягу. Я сегодня поела только эту булочку. Две я съела булочки. Ну, я пью много жидкости. И сон, это, в принципе, то, что надо, когда болеешь. Много жидкости и спать. Увидимся с вами завтра, не переключайтесь. Доброе утро. Вот и следующий день. Все еще слабость. Чуть-чуть так после ночи стало получше. Вот отвезла Соню в сад, пришла опять никакая. Завтра танцы. Я тоже сказала, что не приду. Но надо себя поднять и все же поесть. Так, ну вот мой завтрак с чайком горячим и на закуску пирожное безе. Воздушное. Приятного аппетита. Вот это хочу купить, и вот это хочу купить. А вот это для чего? А это красивые ногти. Хочу тоже красивые ногти. Тоже хочешь красивые ногти? Да. А у меня не красивые. Человек надо выставить ногти. А ну. Мы хотим. Вы хотите? Мы заставили плюсики. Мы хотим гнать. К нам сейчас приедет Лимана с мамой, с моей подругой Оксаной. И Соня уже заранее расстраивается, что Ливане надо будет уезжать. И она говорит, что я хочу долго играться с Ливаной. И на улице, и дома они что-то раз туда-сюда бегали. И старые игрушки, да. И говорит, мы хотим сами решать, что нам играть. Что вы хотите. Что вы хотите, да. Так, ты любишь Ливану? А? Сильно. Булочка моя. А что они к нам приедут, привезут собаку, так как они улетают завтра в отпуск. И мне привезут собаку, Монечку, которая очень похожа на Киру. Они ее и завели после Киры. Она была у них, когда она умирала, она была с ними, с Оксаной, с ее дочкой средней. Оксана работала. Вот. Я по дороге заехала в Линнер. Подожди секунду. Купила рыбку красную, пирожные, чаю сейчас к гостям. А это в ДМ Соня себе бомбочки выбрала. Так, ребятки, у нас тут чаепитие с Оксаной. Так вот, можно. Вот так можно. С Монечкой. Посмотрите, как будто реально Кира вернулась. Ну, какая вкуснятина, да, Монь? Очень они похожи с Кирой, конечно. Это не Бады-Мантель вообще. Кирочка. Кира. Кира. Моня. У меня даже вот здесь седые волосики, как у Кирочки. Вот такой вот у меня
ужин, рис, сосиска, остатки корейки, огурец и квашеная капуста. Ты что, хочешь тоже? Может, квашеной капусты или огурчик? Чебосечки, что ты хочешь? Девочка маленькая. А я не знаю, можно ли тебе такое. Поэтому баловать не буду. Кусочек от кусочка. Вкусно? Может, огурчик? Или капустку? Как ты только что просила? Не надо, Моня, у меня сердце не выдержит. Не надо, моя девочка. Я тут валяюсь плашмёй и забыла совсем, что мне вообще-то надо уколоться. Давайте это сделаем. Сейчас, кстати, хочу поесть, потому что я сегодня особо ничего не ела. И вроде бы сейчас у меня чуть побольше сил. Напоминаю, для тех, кто не смотрит каждый мой выпуск, я не худею. У меня плавный выход. Это займет какое-то время. Совсем забыли про мой дневник. Сейчас будем отвечать на сразу много вопросов. Самый загадочный для вас человек из тех, кого я знаю, из моего окружения или вообще в принципе? Вопрос интересный, но так, из окружения, наверное, нету какого-то загадочного прям. Так, наверняка кто-то есть, но мне не приходит никто на ум. Если кто-то придет, допишу. 28 июня. Чье уважение вы завоевали? Такие вопросы, ну я не знаю, надо спрашивать не меня. Не знаю, честно. Мне на такие вопросы трудно отвечать. 29 июня. Видите, как быстро продвигаемся? Благодаря кому вы совершенствуетесь? Ох, благодаря многим. Ну, благодаря многим людям, которые меня вдохновляют. Чаще всего это какие-то люди из интернета. Это могут быть абсолютно рандомные люди. Это может быть просто какой-то случайно вышедший мне блогер. Я его посмотрела, и он может быть даже не каким-то там великим, умным, еще что-то. Он может быть совершенно обычным. Но вдруг какие-то моменты жизненные он так подсвечивает, или он что-то делает, что, может быть, я там хотела и не решалась, и тут раз, и он мне дал на это вдохновение. Вот просто буквально недавно я наткнулась на одну девочку, и что-то раз-два влогу посмотрела, и потом так мне понравилось, и вот я прям вдохновилась действительно, да. И благодаря таким людям я совершенствуюсь. Ну или мне хочется в это верить. О, Моня ест. До этого не ела. Оксана сказала, что надо мне ее с руки кормить, потому что она так не ест. Но я решила, что она и так у меня поест, потому что, мне кажется, с руки кормить, ну, это как бы, ну, странно. Мне кажется, ну, ты же не будешь всю жизнь собаку кормить с руки. Я думаю, когда она проголодается, она поест, правильно? Поэтому я ей положила такой корм и сухой корм. Вот она сейчас, судя по звукам, грызет сухой. Капец, не могу писать, и мне уже на третьем слове прям болит рука. Она не привыкшая писать. Это очень странно. А, аж больно. Капец, что происходит? Мне страшно. Реально пугает. Какие повседневные ритуалы вас радуют? У меня нет каких-то вот таких ритуалов, тем более, которые меня радуют, да. Ну, может быть, вот сейчас появился ритуал выпить чашечку эспрессо, и он меня радует, потому что это как бы, знаете, отсрочить все дела, и не просто так, а есть как бы повод. Ты пьешь кофе. Вот раньше я так делала с сигаретами. Я когда курила, да, я потом понимала, что это вот... Вот вы работаете, да, например, я когда в казино работала, и вот девочки, которые не курили, они там шли делать свой круг, обход. А те, кто курили, такие говорят,
мы сейчас пойдем только покурим. И это воспринималось всеми, ну, нормально, да, мы пока сходим, а вы курите. И типа у тебя больше таких пауз просто потому, что ты куришь. И это воспринималось в какой-то момент так, что, ну, типа, ты же не просто так сейчас не хочешь что-то делать, ты как бы на перекуре. И вот так же с кофе, мне кажется. Я не просто так сейчас что-то там не делаю. Я кофе пью. Сейчас кофе попью и пойдем. Сейчас кофе попью и начнем. Вот. И меня радует этот ритуал. Все остальное, не знаю, никаких больше ритуалов у меня нет. 1 июля. Что изменилось в вашей жизни за год? За год? Во-первых, я похудела. Ну что, это же изменилось? Изменилось. Жизнь спрашивается, как и что? А что изменилось? Пошла на танцы. И скоро еще кое-куда пойду. Ну, посмотрим. Пока только пробный урок. Если мне понравится, если все получится, то... А вы пока отгадайте, куда, что это будет. Ну, машина у меня новая. За последний год, да, когда я купила? Тем летом. Год еще не прошел. Что еще? Ну, начала встречаться с немцем и рассталась тоже это за год. Ну, я думаю, достаточно. Давайте это и запишем. Я не шучу, я не прикалываюсь, но мне прям больно писать. Вот здесь сводит. Что это такое вообще? Ну, я очень давно не писала. Ну, какие-то вот такие отдельные слова, что-то быстро записать. Хлеб. Ты не чувствуешь, но вот когда начинаешь второе или третье предложение писать, у тебя начинает болеть рука. Последние 5 лет точно я нигде не писала. До этого на работе тоже я там за компом печатала. Я не было там ничего письменного. Максимум вот записку раз передать что-то. То есть я уже много-много лет не пишу рукой. Это такое может быть, что мышцы атрофируются? Ладно, вопрос дня. На 2 июля. Что вы делаете, когда вас никто не видит? Что я только не делаю, ребят. Вот что вы делаете, когда вас никто не видит? Ну, давайте что-то такое, что... чем можно поделиться. Ну, не знаю, могу разглядывать себя в зеркало. Ну, я думаю, все этим занимаются. Ну, это такое самое безобидное. Ну, я даже не знаю. Ну, хотя, что, ничего обидного я тоже не делаю. Не знаю, напишите вы мне, что вы делаете такого... когда вас никто не видит. Ладно, ребят, я иду спать, время опять позднее, мне завтра надо раньше встать, раньше Соню отвезти в сад, потому что Сеня попросила за Эллой коротко приглядеть, потому что ей надо к врачу, и больше попросить некого. Прогуляюсь с Эллой, подышу заодно воздухом, мне тоже пойдет на пользу. Потом поеду к Мадине, надо вот сюда доколоть, видите, ботокс у меня уже взялся, вот тут вот эти мышцы не двигаются, вот это тоже нет. И глаза ушли. Нету морщинок. У меня прям вот до сюда они уже доходили. Вот так вот просто. Ну вот здесь, видите, вот эти морщинки. Вот эти мышцы подвижные. Надо их обезвредить. На этом я заканчиваю этот влог. Мы увидимся с вами завтра. Всем пока.